Вот, связала я полностью весь клубочек. Получается, значит, еще раз повторю, 28 петель я набирала. Из этого клубка у нас вышло 32 сантиметра длиной и по краю посмотрим. Двадцать четыре, 25 шириной получился. 32 на 25, грубо говоря. Вот. Вязал на спицах 5,5. Ну, в общем, вот такой маленький прямоугольничек получился. То есть для шарфа еще как минимум надо 3 клубка. Итого на шарф уходит у нас 4 клубка. Ну, вот как-то так. Еще раз. 32 на 25. И это один моток. В мотке 40 метров 80 грамм. Ну, вот так вот как-то.